Здравствуйте, товарищи. Часть вторая, Суханова. Родина моя, Переславский район, Херсонская область. Мы с внучком и сыном приехали в Суханово обработать родительские могилки. И хочу сказать, внучочек Николай Николаевич Змеевский первый раз находится на родине своего дедушки. Ну, он этого еще не понимает, но я надеюсь, он колись через много лет в Ютубе подивится это видео и поймет, что он был первый раз на родине дедушки. Вон там, в ту сторону. Вон, а там низменность такая. Там я родился. В 59-м году, ребяточки. Ну, через два года мы приехали в другую сторону. А вот это вот была раньше гребля, где мы сейчас стоим, гребля, она была узкая. Одна только бричка могла проехать, ну или один трактор какой-то мог проехать, больше ничего не могло проехать. Ну а потом почему-то решили расширить, и расширили страшное. Она была в такой степени высокая. И немножко срезали. Ну, ребяточки, я сразу оговариваюсь, это видео для сухановских, кому не интересно, можете не дивиться. Я показываю это для сухановских людей, кто вырос тут, родился и кому это очень интересно. Справа от меня, вон там заросли, мы их называли терниками. Мы там в детстве гуляли, сека, бура, копеечки и все прочее. Тут ставочек был. С этой гребли мы спускались прямо на ногах. Аж туда, ну зимой, когда лед был, воду носили сюда, заливали, как она называется, кобзалка. Так что, ребяточки, мы, это вот, тут старое кладбище было. Ну, я его не застав, но я до сих пор еще можно найти остатки кладбища старого. Тут тирло, куда коров пригоняют. Ну, если кто будет дивиться, мы на дроне сегодня снимали Суханово сверху, там корови видны. Так что, ребяточки, вот таким макаром мы заканчиваем этот ролик. Всем всего самого лучшего. Пока-пока-пока. Помаши, Колечко, ручки. Помаши. Вот так. Вот так, моя хорошенькая. Все.